соперником. Норильчан красноярцев в сегодняшнем матче будет «Прогресс» Пионорд Ист Илья Довольнов Тюмень. Инспектор матча Евгений Юрьевич Шашков. Новосибирск, наш комментатор Артемия Идута по два. Это, наверное, и к лучшему. А это Шмигаль. Удар и здорово тащит. Просто шугловой мяч не радует. Кудряшов удар. И вступает в игру. Кудряшов поднимается в ворот. Удар. И сейчас по пустым. Бабина, Бабин, удар, вступает. Об Артем поправляет мне 2007 года рождения. То есть сразу два футболиста основной обоймы программы. По первому тайму вчерашнего матча против Ирайра. Удар и Сейвич. Момент, еще один удар. Антипину здорово тащит Чусов. Данилу Никонова. Теряет мяч Денисенко. Момент. Ну и... Удар по воротам. Опасность.